Тяжело быть наивной девушкой среди коварных мужчин. Ты старая боевая лошадь, познавшая сюрпризы эстонского менталитета. Особенно, когда ты одинока и беззащитна. Придется тебя повесить. Тяжело быть марионеткой в чужих руках. У тебя ровно 2 дня, чтобы стать хоть немного похожей на нее. Особенно, когда играешь в мужские игры. Отпустите немедленно, иначе я позову метрдотеля. Прости меня. Прости, я несу чушь. Мы хорошо платим за конфиденциальную информацию. Ты не знаешь их правил, а значит, можешь в любой момент стать жертвой. Я видел ее, как вас, в розыск. И тогда охота начнется за тобой. За ордером и вперед. И тогда беги, милая, беги. Убийце удалось скрыться с места преступления. И запомни, нельзя девушке витать в облаках. Но я ее достану. Учись играть по мужским правилам. Возможно. Если ты мне поможешь. Да, и не забудь, у прекрасных барышень все должно закончиться свадьбой. Ольга Терешина, Оксана Базилевич, Наталья Романова, Роман Жилкин в детективе «Нож в облаках» на канале «Феникс Плюс Кино».